давненько мы не встречались, и вы знаете, мне бы хотелось поговорить об открытости и открытости, откровенности, и стоит ли это делать с незнакомыми людьми и даже с хорошо знакомыми людьми. Совсем недавно раздался, ну буквально как и вчера, я ехал на рыбалку, раздался звонок, представился человек и говорит: вот, начну сразу. Я представляю собой там определенную какую-то компанию и могу управлять вашими, значит, деньгами. И я отвечаю: знаете, весьма, конечно, мне лестно о том, что вы думаете, что у меня много денег. Что он говорит: ну вы же там работали там на телевидении. Я говорю: ну да, я работал на телевидении. И сколько там было, ну, грубо говоря, что-то, конечно, получал. Ну, все это, сами знаете, денежки, то ты дом построил, деньги пошли, то ты квартиру купил дочке, то ты квартиру сыну купил, то, грубо говоря, там машину себе купил, то еще что-то куда-то туда-сюда, пятое-десятое, то есть деньги исчезли довольно-таки быстро. И как я говорил, вот я думал, что там 1,5 миллиона в месяц, 1,5-5 миллионов в месяц. Вот это вот нормальная сумма. Я, значит, 5 миллионов не получал, а вот 1,5 бывало получал. Вот. А, ну, это не секрет, в интернете вы можете прочитать, некоторые люди получают 5 миллионов в день. То есть вот это деньги. В настоящий момент, я ему говорю, в настоящий момент, ну что это? Это пенсия, ну какие-то там сбережения, что-то там вложено, там идет там процент. Вот. Процент получается 14,5 тысяч. И пенсии, вот и все что-то, что можно там было бы это иметь. Вот. Но спрашивают, вот не готовы ли вы 50 тысяч сначала там дать в эту там биржу, чтобы она там что-то там они там заработали. Так. Ну, вы знаете, вот в первую очередь человек, совершенно незнакомый человек, ну, представляется, откуда ты там знаешь, кто он такой, что он там такое. И вот, вот такие вот вещи там говорить. А до этого я имел разговор, ну, с одними людьми, которые, значит, вот хотят там программу сделать, и я им такое, что там более-менее так это откровенно рассказал. И вот после этого последовала такая вот связь. То есть стоит ли откровенничать с людьми, у которых слаживается вот такое вот представление, что тут выражусь словами, деньги лопатой гребешь, откуда я могу грести деньги? Это вот, могу говорить, первое, источники, где газовая труба, я что там, банкир и так далее, там далее. Были какие-то, грубо говоря, там накопления, вернее, даже текущие раньше, которые, так сказать, исчезли. И то по сравнению с, будем говорить, с действительными деньгами, это так, какая-то фигня меня. Ну вот даже она, значит, оказалась вот такой вот вещью, и это с моей подачи, что я вот такой вот откровенный, такой, можно сказать, ну, недоверчивый, а вот прямой и открывающий человеку, открытый. То есть я это оцениваю так, как открытость, вот то, что было, было, все.
А люди расценивают это совершенно по-другому. И вот, грубо говоря, на 65-м году жизни, хотя некоторые мне писали, что а вот это там мы прошли чуть ли еще не в дошкольном возрасте. Вы знаете, я рад за вас, что вы это вот прошли и вот стали такими закрытыми людьми. И оказывается, что это даже ты правильно. А с другой стороны, ну, в данный момент я считаю, что действительно языком молоть меньше надо. Потом у меня был разговор с моим, можем сказать, другом детства. Ну, другом его не назвал, а знакомым детства. То есть мы вместе там выросли в одном доме. Вот, и я там рассказал то такую вещь, вот почему там, и как раз его жена присутствовала, почему там я совершил там тот-то, такой-то поступок, ну, будем говорить, как бы, не буду говорить опять-таки там не измена, ну, я считаю, что это важный, с моей стороны, очень смелый шаг по решению кармической ситуации, которая там со мной сложилась. Вот я что-то как-то рассказал, и потом в разговоре, вот она, жена так выслушала это, ох, такие вот, знаете, как бы сказать, подробности, вот выслушала все это, вот, потом промолчала. А потом как-то мы собрались с ним куда-то ехать, и, вернее, он сказал, да, я еду там с Геной, а она примерно так выразилось, ну вот, это что-то поехали сами, а вернетесь там еще там с кем-то или так далее, тому подобное. У меня, как бы сказать, сложились вот эти пазлы, это такое мнение о том, что надо ли откровенничать, быть там до конца честным и открытым человеком. Потому что это понимают неправильно. Я уже молчу про уринотерапию, что там это. Я там написал, рассказал, столько там разговоров и прочее.